Добрый день. Воздух. Есть ли вес у воздуха? Большинство из нас считают, что воздух – это ничто, но воздух – это явно что-то. И он состоит из определенных газов. Хотя газ и не имеет ни формы, ни размеров, он занимает все доступное пространство. Огромный воздушный океан, окружающий Землю и простирающийся на многие километры вверх, притягивается и удерживается за счет земного тяготения. Это значит, что воздух имеет вес. А поскольку воздух находится повсюду вокруг нас, он увеличивает вес любого наполняемого им предмета. Например, в волейбольном мяче содержится небольшое количество воздуха. Если мы взвесим два таких мяча, один накачанный, а другой спущенный, то можно обнаружить, что спущенный мяч легче. Вес воздуха создает давление. Воздух давит на наше тело со всех сторон, подобно воде, если бы мы находились на дне моря. Огромная масса воздуха очень сильно давит на землю, и давление при этом составляет примерно 1 килограмм на квадратный сантиметр. А что такое килограмм? Килограмм – это вес колонны воздуха с площадью основания 1 квадратный сантиметр и высотой, равной высоте атмосферы. Площадь нашей ладони примерно 77 квадратных сантиметров. Представьте, что на вашу ладонь положили груз весом в 77 килограммов. Причиной того, что мы этого не замечаем, служит то, что воздух, находящийся под нашей ладонью, давит с такой же силой, как и сверху. И на нашу голову воздух давит с силой в 270 килограммов. Но нас не сплющивает, потому что и внутри нашего тела есть воздух, который уравновешивает давление наружного воздуха. Чем выше мы поднимаемся, например, на вершину горы идем, тем меньше воздуха над нами и тем меньше давления. На высоте в 6000 метров давление примерно 0,4 килограмма на квадратный сантиметр, а на высоте 3000 метров 0,7 килограмма на квадратный сантиметр. Если бы нам удалось подняться на высоту в 100 километров, то мы бы обнаружили, что там почти нет давления. Воздушный шар, наполненный гелием, взлетает потому, что гелий в объеме, одинаковом с воздухом, весит легче, поэтому его выталкивает более тяжелый воздух, стремящийся занять место, занимаемое шаром. Воздушный шарик, наполненный обычным воздухом, именно поэтому никуда не улетает. Воздух имеет вес.